Друзья, мы остановились помыть машину и увидели, ребенка на трех лапах скачет. Подошли, посмотрели, лапа гноится. Нам еще ее отдавать не хотели. Пришлось дожидаться хозяйки автомойки, поговорить с ней. И только тогда мы смогли ребенка взять. Лапа гноится, и рано или поздно она бы у нее просто медленно сгнивала, и кость торчала бы уже наружу. Сколько таких детей мы собрали, у которых заживо гниют лапки, а помощи они не получают. Яра ребенок, ей месяцев 7-8. Так совпало, что вместе с Яриком их прооперировали в один день. И как всегда, друзья, моя искренняя благодарность Баркову. Яра девочка. Она небольшая, ласковая, тихая, спокойная. И мы будем искренне благодарны любой семье, доброй, ответственной, если кто-то захочет подарить Яре дом и счастье быть домашней. Здравствуйте, друзья! С вами Лохматая Душа. Друзья, до Нового года осталось ровно 7 дней. Сегодня 24 декабря. Что сказать, ребята? Все мы идем в светлое будущее с радостью, с надеждой, с верой. И тем не менее, вокруг нас продолжается боль, кровь, крики. Мои хорошие, я бы и рада выпускать вам самые добрые, самые хорошие ролики, какие только могу. Но я не могу пройти мимо коробки, которую подбрасывают прямо к забору с окровавленным щенком. Я не могу пройти мимо мальчишки, который лежит на стоянке со сломанным бедром. Ребята, я не знаю, почему мне так везет. И вы знаете, я даже не могу ехать прямо по дороге. Я сейчас не сажусь за руль уже очень давно. Почему? Я не могу смотреть на дорогу. Ребят, я еду вот так, туда, туда. И все время непроизвольно кого-то ищу. Возможно, поэтому мы постоянно нарываемся то на щенков, то на сбитых, то еще на кого-то. А еще, друзья, сами понимаете, уже опыт срабатывает. Едешь и смотришь, собака лежит. Другой бы прошел мимо, но лежит, ну и лежит. Знаете, ребята, присмотришься и говоришь, тормози, что-то не так. Возвращаешься, так и есть. Очень многих мы спасли именно потому, что вернулись и попробовали поднять. Да, оказывается, или спина сломана, или таз. В общем, ребята, я не знаю, как сказать, как объяснить, мои хорошие, что боль, она в нашем мире будет до тех пор, пока у нас не наладится зоозащита, пока у нас не примут нормальные законы. С этим ничего не сделать. И я прошу вас прощения за то, что постоянно вываливаю на вас ту боль и проблемы, которые нас окружают. Но мы не можем быть равнодушными, это наш мир. И кто, кроме нас, принесет в него добро? Хоть немножко. Кто-то спасает китов в океане, кто-то мадагаскарских тараканов. Ребята, мы спасаем бездомных собак. Собак и кошек. И наша группа, та группа людей, которая привязалась к лохматой душе. Мы спасаем бездомных собак. Разных. Мы не делим собак по породам. Мы делим их просто на тех, кому надо помочь, кому тяжело. Кому надо помочь в первую очередь, а кого просто накормить. Друзья, что сказать? Неделя до Нового года. А у нас за спиной сейчас, ребята, очень много прооперированных животных. И я хочу в этом году, вы уже простите меня, пожалуйста, но я хочу показать вам, сколько у нас в этом месяце боли. Не будет кровавых, страшных фотографий, я вам обещаю. Но я покажу вам наших операционных, кого мы с вами уже спасли, но кто у нас сейчас долечивается. Ребят, не главное спасти собаку. Главное спасти ее уже и выходить после операции. С горем пополам мы деньги на операцию соберем. А потом, ребят, у нас 2000 животных, которых мы с вами уже спасли, и они сейчас у нас сидят. И каждый месяц я кричу, ребята, давайте их накормим. Потому что мы же с вами их спасли. И многие из них живут у нас по 10, 12, 14 лет. К сожалению, дольше никто не выживает. Многие живут от вот такого щеночка до старости. Ребят, я вот к вам сейчас обращаюсь. Вот с этой болью, ребята, с этим отчаянием. В конце этого года. И очень верю в то, что следующий год мы с вами
начнем с радости, с хорошего, с удачи, и спонсор найдется, и вы, друзья, не единицы, которые сейчас нам помогают, а отзоветесь те, кто приходит к нам на страничку. Я вас очень прошу, друзья, в преддверии Нового года, давайте оставим всю боль, все, что у нас есть, все проблемы в этом году. Ну, давайте объединимся. Давайте встретим Новый год с радостью, с полным чувством удовлетворения, что мы сделали, что могли. Я прошу вас, вы помогаете, многие могут помочь только по 150 рублей. Я искренне вам за это благодарна, но я прошу вас, в ваших силах еще взять наш ролик и раскидать дальше по интернету. Не только перевести нам 100 рублей, друзья, но еще, пожалуйста, раскидывайте наши ролики, призывайте других подписчиков, показывайте. Многие приходят к нам и говорят, что только увидели нас. Значит, благодаря вам наш ролик попал куда-то, и новый человек к нам пришел. Друзья, это очень важно. Я прошу вас, мои хорошие, я всем сердцем вас заклинаю. Оставайтесь с нами. Помогите пережить нам этот год. Помогите спасти тех, кого мы с вами уже прооперировали. И помогите оплатить долги в клинике. 600 тысяч, ребята, это ненормально огромная сумма. Многие из вас, я могу вам дать телефон клиники. Вы можете напрямую посылать туда деньги. Я прошу вас. А еще, ребята, если вы переведете деньги на фонд по QR-коду, ребята, мы с фонда сразу оплачиваем счета, и все счета будут выставлены. Мы и так их выставляем, как только сейчас у нас закончится переоформление нашего сайта. Я прошу вас, мои хорошие, я обращаюсь к вам. Бездомные животные – это боль всей России, и не только, всего мира, ребята, люди. Но неужели мы перестаем быть людьми? Я прошу вас, оставайтесь с нами, оставайтесь с бездомными животными, сохраните в душе тепло. Прошу вас, мои хорошие, я очень на вас надеюсь, очень-очень, и храни вас Бог. И с наступающим вас Новым годом, с наступающими новыми надеждами и верой во все хорошее. Добра вам, добра. Друзья, этот год заканчивается очень тяжело. Просто поток операций, поток поломанных, истощенных, поток просто брошенных. Как бы мы ни отворачивались, мои хорошие, она есть. Это боль вокруг нас. Она есть, друзья. И если нам удается еще сохранять крупицы добра, то большая часть мира становится холодно равнодушными. И это, я думаю, заставляет уже немножечко, хоть чуть-чуть задуматься о том, куда мы катимся, друзья, что нас ждет. Общее состояние кошки удовлетворительное, но в связи с тем, что у нее есть иммунодефицит, ну, мы как бы обговаривали, сразу знали это заранее, рана зарастает крайне плохо. Вот. По терапии как бы все и делается, раны не гнойные, просто не заживающие. Вот. Это, грубо говоря, так же, как у людей с ВИЧ, все очень-очень плохо заживает, у кошек с иммунодефицитом все то же самое. Неужели лишняя тряпка, лишняя машина, там, лишнее какое-то благополучие затмевают то, чем веками жил человек? Взаимовыручка, поддержка, улыбка. Ребята, такими темпами мир не спасти. Если мы отвернемся друг от друга, отвернемся от помощи, от поддержки, если мы окутаемся в кокон равнодушия, друзья, я не представляю, что ждет тогда наших детей и внуков. Это страшно. Своим примером сейчас мы показываем, что только доброта спасает. Только когда мы вместе, мы можем очень много. Прошу вас, друзья, сожмите всю свою душу в кулак. Оставайтесь с нами. Я призываю вас, мои хорошие,
делиться добром, подставлять плечо и оставаться людьми. Мои хорошие, я желаю вам терпения, добра, отклика, чтобы в любой момент, если с вами, не дай бог, случится неприятность или небольшая проблема, чтобы даже в этом случае мгновенно вам подставили плечо помощи. Я этого желаю вам всем сердцем, всей лохматой душой. И благодарю вас за дружбу. Паркера прооперировали, но через некоторое время заметили, что пес опять начал хромать и не наступает на лапу. После операции прошло довольно много времени. Пришлось опять вести мальчика и делать рентген. Мы были в ужасе, когда увидели, что сросшийся как бы перелом опять сместился и не дает ребенку нормально ступать на лапу. Паркера по новой прооперировали. Ребята, теперь ему придется гораздо дольше ходить со спицей. Или, возможно, придется оставить пластину внутри, потому что у него очень плохая сращиваемость. Непонятно, почему один и тот же перелом разошелся дважды. Все было сделано правильно. Операции, спицы. 2 месяца ребенок ходил с этими спицами. Потом сняли. Потом еще он ходил очень долго с ним. И вдруг... Ребята, я не могу это объяснить. Врачи говорят, что мало кальция. Сращиваемость происходит плохо. Возможно, проблема в том, ребята, что мы покупаем не самые лучшие корма. К сожалению, это приют. И как бы мы ни старались, ребята, у нас просто не хватает средств. Мы и так вот реально просто благодарны вам за то, что мы выживаем. Спасибо вам, ребята. А за Паркером теперь будем смотреть более внимательно. Постараемся дать ему что-нибудь... более насыщенная кальцием. Но, ребята, поломашек у нас очень много. Мы показали вам всего небольшую часть тех, кого прооперировали в последнее время. А за год, если взять, вы себе не представляете, как же много мы сделали операции, как много спасли с вашей помощью. Огромное вам спасибо, друзья. Спасибо вам.